В голубом зале Казанского федерального университета состоялась встреча руководства вуза с делегацией ургенческого филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми. Главной целью визита стало обсуждение совместных образовательных программ по различным направлениям подготовки и возможный обмен преподавателей. В первую очередь заинтересованы в сотрудничестве не только в плане образовательной программы для студентов, но также в плане стажировки преподавателей. Плюс мы очень надеемся на то, что мы сможем наших преподавателей принимать у себя, пусть на короткие, я не знаю, экспресс-курсы. Казанский федеральный университет активно сотрудничает с 59 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. Основной формой взаимодействия является разработка и реализация совместных образовательных программ в формате 3+1 или 2+2 по различным направлениям подготовки, приоритетным в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. При этом Казанский федеральный университет представляет свои онлайн-курсы, организует практику, в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых дисциплин. Когда ты работаешь монодисциплинарно, ну или буквально 2-3 направления подготовки в университете, то это существенно снижает перспективы междисциплинарности. Я всегда говорю, что айтишникам надо ставить задачу, им надо говорить, чем заниматься. Иначе они будут заниматься как бы своим направлением, конкретно математикой, потом, я не знаю, прикладной математикой, прикладной информатикой, разрабатывать эти темы, оптимизировать какие-то алгоритмы и так далее. А если вы ставите им конкретные задачи жизни, а задачи жизни кто может ставить? Это отраслевые как бы направления, то есть нефтянка, медицина. Вот они ставят им задачи, они практически в этом направлении работают. Представители ургенческого филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми приехали на неделю. За это время делегация посетит Институт информационных технологий, интеллектуальных систем и другие подразделения вуза, где сможет выявить наиболее эффективные точки соприкосновения с Казанским федеральным университетом. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз.